Всем привет! С вами White Fox, и сегодня мы поговорим на очень волнительную тему для всех. Как же сделать нож Urs Hand? Я долго пересматривал видео ютуберов и не знал, как же все-таки сделать этот нож. Когда я зашел в игру и попробовал это сделать, я даже не верил, что получится сделать наш Urs Hand. Но вот, он у меня получился. И сейчас я хочу вам показать, как его сделать. Итак, у нас обязательно должен быть охотничий нож, во-первых, и Урсус. Заходим в данное меню. Вот он у меня уже есть. Заходим. Так. One moment, please. Вот. Вот у нас иконка Урсуса. И вот иконка охотничьего ножа. Чтобы сделать наш великолепный нож, поскольку он у меня уже есть, если бы у меня его не было, я бы вам показал. Мы должны одновременно двумя пальцами нажимать на иконку Урсуса и на иконку охотничьего ножа. Вот таким образом. Таким образом, и должен у вас получиться нож Урсус Хант. У меня он получился сразу, со второго раза примерно. Поэтому вот, пытайтесь, пробуйте. Во-первых, кто первый добавится ко мне в друзья, получит скин очень крутой на оружие, на какой я пока вам не скажу. Все, всем удачи, пока, подписывайтесь.